Всем здравствуйте. Собственно, о себе. Ну, я пилот, коммерческий пилот, уже чуть больше 10 лет вообще в небе. Учился я в Европе, и получил там ясовское пилотское, коммерческое. После чего работал там же в Европе пилотом-инструктором визуальных полетов, потом инструментальных полетов. Затем уехал в Казахстан, также работал инструктором, после чего нашел работу в бизнес-авиации, точнее, скорее, она меня нашла, летал 2 года, в том числе и командиром. Ну, а на данный момент, как мне кажется, достиг своей такой небольшой мечты. У меня получилось найти и устроиться на работу вторым пилотом в одной из авиакомпаний нашей страны. Ну, посмотрим, выживет ли она после всего того, что сейчас происходит. Поэтому на английском языке я общался много, летал за рубежом много и хотел бы поделиться теми знаниями, теми наблюдениями, которые я получил и до сих пор их практикую касаемо английского радиообмена, потому что здесь запрос об этом идет очень часто, так как я читаю лекции не для ОПА в основном, а читаю лекции еще и в Петербурге на аэродроме гостилицы. Ребята там, как я уже говорил, устроили открытый микрофон. Уже было там порядка 10 лекций, которые лично я уже провел абсолютно на разные темы. И часто звучит вопрос: Павел, расскажи нам про английский язык. Вот, собственно, сегодня я вам и расскажу про английский язык. Так что, если все готовы, сейчас я открою свою презентацию, и мы начинаем. Так, сейчас главное тут открыть. Итак, радиообмен на английском языке. Собственно, про саму тему я уже рассказал. Значит, небольшая еще, кстати, вступительная часть. Лекция будет продолжаться в районе часа 15 минут, после чего я, собственно, буду готов ответить на ваши вопросы. Значит, собственно, радиообмен на английском языке, что это? Ну, под английским радиообменом это понимается, в принципе, общепринятый радиообмен, который ведется за рубежом, в основном на английском языке. В России также мы можем его использовать, и если взять коммерческую авиацию, некоторые авиакомпании, естественно, практикуют беседы на общение на английском языке именно для практики своих экипажей. В General Aviation, то есть в ООН, не знаю, это можем практиковать, можем не практиковать, это дело сугубо каждого пилота. Я считаю, что практиковать надо. В принципе, почему я выбрал эту тему? Значит, с английским в России у нас всегда была, ну, не то чтобы беда, но проблема. Для нас этот язык еще со школы был таким каким-то непонятным, зачем он нам нужен, и, соответственно, мы к нему как-то относились посредственно до момента, когда поняли, наверное, он нам все-таки нужен. Если говорить об авиации, мы все хотим летать не только в России, мы можем брать самолеты в аренду не только в России, расширить свои горизонты для путешествий, но для того, чтобы летать за рубежом, нам нужно знать английский язык, причем не общепринятый, ну, его, естественно, тоже, а именно авиационный, знать фразеологию английского языка. К сожалению, периодически люди отправляются в полеты за рубеж, считая, что они знают этот язык, но из-за низкого знания или из-за незнания чего-либо попадают в разные курьезные ситуации, которые иногда из курьезных перерастают в какие-то критические или опасные. Это происходит не только в России. Английский язык не только для нас является иностранным. Он является для большого количества людей на нашей планете иностранным. И такие же проблемы испытывают пилоты из других стран, которые только начинают учить этот язык. Для них точно так же проще общаться на своем языке. У меня есть одно видео, которое я бы хотел вам показать. Это довольно старое видео про российский экипаж в Греции, которые столкнулись как раз с тем, что проблемы в английском языке привели к крайне неприятной ситуации. Видео идет 5 минут. Мы не будем смотреть его полностью. Если у нас останется время в конце лекции, мы сможем посмотреть его целиком. Итак, давайте смотрим. Сейчас проверим, что идет звук. Так, я с вами.
Я с вами, с вами. Надеюсь, вы все слышите. Звук идет. Значит, российский экипаж пытается общаться с диспетчером в Греции. Вот. Romeo Alpha 2298, you departed from the parking position without the clearance for departure. 2298, clearance for departure. Romeo Alpha 2298, you didn't get clearance for departure, sir. You departed at own discretion. Romeo Alpha 2298, report position now. Romeo Alpha 2988, please report your position and altitude. Okay, okay. Romeo Alpha 2988 will report position. Ну, полностью мы дальше это видео смотреть не будем. Смысл в целом понятен. То есть экипаж, абсолютно не понимая, что ему говорит диспетчер, запомнив некоторые, как скажем, стандартные там фразы, без общего понимания языка, взлетел с аэродрома без диспетчерского разрешения на то. Благо, эта ситуация закончилась благополучно. Не знаю, как бы это, как закончилось само расследование, но есть вот аудиозапись. Конечно, здесь, как бы скажем, наверное, проблема более глубокая. Мы не знаем, как там этот экипаж оказался, может, их туда отправили, им приходилось выполнять эту работу по тушению пожаров. Но дело не в этом. Дело только в том, к чему может привести незнание, непонимание английского языка. Вы себя поставите в крайне некомфортную, как минимум, ситуацию. Вы очень сильно усложните работу всем вокруг, что, в свою очередь, на самом деле, может привести к тому, что безопасность полета будет под угрозой. А для мы все должны помнить, что для нас на самом деле самое главное – это безопасность полетов. Мы должны научиться и уметь летать безопасно. Соответственно, поэтому я и решил поговорить про эту тему. Как мы можем повысить уровень и качество нашего радиообмена вообще в целом? На самом деле здесь всего есть три пункта, про которые, мне кажется, вы уже слышали. Первое – это мы должны с вами, на самом деле, понять, что конкретно делает радиообмен правильным и эффективным, сами для себя. Мы должны понимать, почему фразы строятся именно таким образом, почему я произношу эти буквы именно таким образом, а не так, как мне хочется. Второе, это, естественно, мы должны с вами практиковаться в любое свободное время, когда можем. Дома, на улице, на работе, естественно, в полетах в том числе в России, практиковать английский язык. Без практики ничего у нас с вами никогда не получится, независимо от нашего опыта. И последнее, но как бы не менее важное, иногда нужно возвращаться к истокам, к тем документам, в которых прописаны правила радиообмена, несмотря, опять же, на наш опыт. Мы можем что-то забыть, мы можем начать делать что-либо, потому что мы вдруг привыкли так делать, но это не значит, что мы делаем это правильно. Нужно критически к самому себе относиться и иногда перечитывать руководство по радиообмену или иные материалы. В интернете вы можете найти огромное количество разных руководств, книг или чего-либо по тому, как вести радиообмен. Особенно на английском языке, как бы Запад, тут надо понимать количество вот всего этого материала, его в разы больше, чем в России. И он там куда более актуальный. Вот всего лишь три пункта, которые позволяют нам с вами повысить уровень и качество нашего радиообмена, в том числе, естественно, на английском языке. Итак, смотрите, наш план. Опять же, я готовился к этой лекции и понял, что, конечно, все то, о чем я хотел поговорить, в одну лекцию не уместить. И вчера мы попробовали провести небольшой тестовый прогон. Это правда. Спасибо, кстати, за то, что мы это сделали. Тема очень объемная. Поэтому сегодня у нас, скажем так, небольшой такой... Мы заглянем, какой же может быть радиообмен, из чего он состоит, как мы должны подойти к тому, чтобы начать его учить. И если эта лекция пройдет удачно, и все будут довольны, мы можем дальше пойти и разбирать уже какие-то отдельные ситуации,
и как мы должны, и что мы должны говорить уже дальше на определенных фазах полета. Поэтому сегодня это такая, скажем так, вводная лекция к нашему возможному курсу, если он будет. Итак, мы поговорим просто об основах RT-COMS, это Radio Telephonic Communication, ну, радиосвязь по-русски. Я специально поставил сюда английские термины. Ребят, надо уже начать их видеть и постепенно их впитывать. Это важно. Вот, как в школе, обкладываемся английским языком, на стенку наклейки, это стена, это потолок, это лампа на английском языке, тогда вы начнете постепенно его запоминать. Значит, основа RT-COMS мы поговорим. Мы с вами, я вам покажу пример такого базового полета в контролируемом и неконтролируемом воздушном пространстве. Я упомяну важные моменты хорошего радиообмена, как я считаю, на что нужно вот сейчас. Мы не берем, опять же, все разом. Мы вот первые пунктики, первые элементы. И укажу те ресурсы для самостоятельной подготовки, которые рекомендовал бы вам прямо сейчас, с которыми вы можете начать уже заниматься вот буквально с сегодняшнего вечера, дня. Мы сейчас все сидим с вами в самоизоляции, времени вагон, сидим, учим английский язык. Все в порядке. Итак, значит, переходим, соответственно, к пункту первому, да, основа Radio Telephonic Communication. Как в любом алфавите, это буквы и цифры. Но здесь, конечно, я говорю не про... Точнее, как в любом языке, это буквы и цифры. Здесь я, конечно, говорю не про тот алфавит, который мы учим в школе A, B, C, D, E, F, G, а про произношение, про правильное произношение букв и цифр. Для того, чтобы начать говорить, мы с вами должны научиться правильно произносить то, что мы хотим сказать. Когда мы научимся правильно произносить, мы начнем учиться, мы выучим слова, а потом дальше и фразы. Все очень просто. Есть установленный ИКАО, по-моему, это у, и еще до них это, по-моему, был натовский или он, ну, это не так важно. Установленный ИКАО алфавит, как мы должны произносить каждую букву английского алфавита и каждую цифру. И здесь самое важное — это посмотреть вот этот столбец pronunciation, произношение. Зачем это сделано? Как я и говорил, английским языком пользуются люди со всего мира, с разных стран, с разным акцентом. Но мы при этом все летаем в одном небе, мы все должны понимать друг друга. Поэтому вот здесь вот, как в школе, написано, как мы должны читать буквы. Да? То, что написано большими буквами, это как бы ударение там, где... Точнее, извиняюсь, слог, на который ударение падает. Маленький не падает. Вот. Учим буквы от альфа до зулу, весь алфавит. И точно так же учим произношение цифр. Есть небольшие особенности, которые отличают произношение вот, букв и цифр в авиационном английском по сравнению с обычным английским языком. Вот, опять же, вот цифра 9, мы все знаем, кто английский помнит, она у нас звучит как 9. То в авиационном английском мы обязательно должны говорить «найнер». Зачем это было сделано? Опять же, проводя какие-то исследования и когда придумывался, как мы должны произносить эти буквы, анализировалось, как мы друг друга слышим. Мы не видим как друг друга, мы говорим исключительно по радио. Самое главное, чтобы мы были понятны другому пользователю пространства. Мы понимаем, что нам говорят, и все было четко и красиво. Поэтому учим так, как нам рекомендует ИКАО. Когда мы с вами... Как можно, кстати, это практиковать? Очень хороший способ. Выучили буквы, практикуйте их по обычным знакам, государственным знакам машин. Едете на машине, видите знак, старайтесь его прочитать буквами и цифрами ИКАОвского алфавита. То есть в данном случае это будет у нас ЭКО, Найнер, Сикс, Найнер, Янки, Танго, One, Niner, Seven. Вот, и все. Любые способы используйте для того, чтобы практиковать буквы, цифры, буквы, цифры, буквы, цифры. Как только это сделали, переходим к тому, что мы изучаем фразы. Есть, на самом деле, не очень большое количество, небольшой список стандартных фраз, которые, опять же, были сделаны для того, чтобы уменьшить радиообмен и чтобы каждое слово четко было понятно, что мы имеем в виду. Соответственно, когда мы используем стандартную фразеологию, с другой стороны, люди уже понимают и воспринимают информацию так, как и они, собственно, учились. Соответственно, для них все довольно понятно, структура понятна, радиообмен короткий,
И даже если есть небольшие проблемы с акцентом, мы все равно слышим это слово и знаем, что оно подразумевает, нежели мы начнем своими собственными словами что-то там объяснять. Поэтому мы с вами после букв учим фразы. Их не так много, их также мы практикуем, сидя дома на диване или где-либо, после чего мы уже можем переходить к следующему этапу, к разговорам. Ну вот здесь, например, одно из самых известных выражений, это вот последнее внизу справа, это Wilco, это сокращенно от will comply, буду исполнять. То есть эта фраза, на самом деле, заменяет целое предложение, то есть это слово заменяет целое предложение, которое подразумевает, я понял ваше сообщение и буду следовать вашим указаниям. То есть вместо того, чтобы вот это говорить, мы всего лишь говорим в ответ Wilco. Таким образом, зная эти фразы, мы делаем наш радиообмен лаконичным. Следующее. Числительные. Тут уже ситуация немного усложняется. Мы переходим к тому, что мы уже летим, мы хотим говорить о том, куда мы летим, на какой высоте. У нас появляются с вами числительные цифры, значения высоты, видимости, позывные, эшелоны и так далее. Здесь, на самом деле, правило довольно простое, как их нужно произносить. Все, что касается высот и видимости, то есть когда мы хотим сказать о высоте, либо же о видимости, значениях видимости, мы говорим не каждую цифру отдельно, то есть, например, тысячу мы не будем называть в эфир 1000, мы будем говорить именно слова тысячи и сотни. Вот как в примере у меня здесь написано на табличке, самое первое, да, если у нас есть altitude 800 футов, мы это передаем как 800, то есть не 800, не 800, а 800. 3400, да, 3400. Правило довольно вот такое, оно простое. Запомнили, то же самое с видимостью. Видимость 1000 на полосе, это будет visibility, видимость 1000, 1000, не 1000, не как-то по-другому. А вот все остальное, что не попадает под высоту и видимость, мы произносим цифры, каждая цифра отдельная. То есть, например, курс 150, нам надо сказать. Мы это скажем как heading 150, курс 150. Направление ветра, мы 20 градусов. Мы докладываем его как wind 0-0. Скорость ветра 10 узлов. 10 knots. Сейчас уже, конечно, часто можно услышать 10 knots, но вообще правильно говорить 10 knots. Эшелон полета, flight level. Отдельно, это не высота уже, это именно эшелон полета, 180. Давление QNH, в данном случае, к примеру, 10-14, 10-14. Каждая цифра отдельно. С частотами то же самое, за исключением того, что появляется такое еще у нас точка, да, 122.0. Вот эта точка произносится словом decimal. Соответственно, частота в данном случае 122.0 будет звучать по-английски как frequency, частота 1-2-2, decimal, точка 0. Все, выучили эти правила, и мы с вами уже можем спокойно выполнить, на самом деле, наверное, наш первый полетик, куда-то там слетать вокруг аэродрома. Итак, что еще нам нужно запомнить? Нам нужно запомнить, собственно, как вообще нам-то в эфир выйти, как нам себя обозвать, как нам к кому-то обращаться. У нас есть позывные. Правило произношения позывных максимально простое. Что касается самолетов, это либо бортовой номер воздушного судна, либо, если это авиакомпания, это позывной авиакомпании с номером рейса. Соответственно, бортовой номер воздушного судна мы все знаем, выходим в эфир, так его и называем, каждая буква отдельно. Здесь нужно запомнить, мы никогда не сокращаем наш позывной до того момента, пока это не сделает диспетчер с другой стороны. Пока он это не делает, мы используем позывной в полном виде. И второе, что я еще хотел сказать, куда нужно ставить, собственно, вот этот позывной, когда мы говорим фразу. Когда вы выходите в эфир впервые, вы ее ставите в начале. То есть вы кого-то вызываете, вы говорите к какому-то диспетчеру что-либо, вы говорите, например, выходите там, не знаю, там, Рига Тауэр, вы говорите кому? Рига Тауэр, кто вы? Ставите свой позывной, после чего вы даете в эфир выражение. Если вы отвечаете на какой-либо запрос диспетчера, вы в данном случае позывной ставите в конце. Вот. Что касается позывных для наземных станций, здесь, конечно, я привел эту табличку, я про нее сейчас сильно говорить не буду. Это, ребят, вопрос воздушного законодательства. Как
правильно называются разные службы УВД. Мы должны это знать, все это нанесено на наши схемы, мы должны понимать, с кем мы общаемся. Вот. Все это, опять же, при практике, при работе с документами в плане, там, со схемами, с картами, вы очень быстро запомните, и никаких проблем это вызывать у вас не будет. Итак, собственно, как я всегда и люблю, надо все, ребят, упрощать для начала особенно. Вот. Поэтому давайте постараемся сделать все максимально просто. Какие у нас с вами, у нас с вами есть всего лишь три основных части любого радиообмена, их всего три. Первое — это request, когда мы что-то запрашиваем, мы что-то хотим получить. На это мы всегда получаем instructions, то есть какие-то указания, что делать, и мы должны их подтвердить, соответственно, выдать confirmation, подтверждение. Вот и все, вот это наш весь радиообмен. То есть мы вышли первый раз куда-либо, вызвали диспетчера, дали ему свой request, он нам выкинул instructions, что нам делать. Мы на это выдали свой confirmation. Мы подтверждаем, что мы будем делать это. Пока нас не переведут на другого диспетчера, либо пока мы не захотим спросить что-то для нас новое, мы уже будем работать только с двумя блоками. Instruction, confirmation. И все. Структура неизменна. Естественно, объем информации, который вкладывается в эти три блока, он иногда бывает велик, поэтому немножко нужно, как сказать, масштаб увеличить и поговорить также, как мне кажется, о простом, но немножечко в более детально. На Западе есть такая очень хорошая акроним, как W's of RT Communication. Именно W's. Почему W's? Потому что есть пять пунктов, которые английскими фразами, выражениями начинаются с буквы W. Первое. Who are talking to? То есть мы должны, строя любую фразу, построить ее на самом деле всего из пяти вещей. Первое. Кому мы обращаемся? К диспетчеру, к другому аэродрому, к информатору или к кому-то. Всегда структура одна. Первое. К кому? Второе. Who you are? Кто вы? Ваш позывной, ваш тип воздушного судна. Кто вы? Следующее. Третье. Where you are? Где вы находитесь? Четвертое. What is your request and intentions? Соответственно, что вы вообще хотите получить и какие ваши намерения? И последнее. With what information? То есть какая информация у вас есть на борту? Вот эту структуру, если вы запомните и будете ее практиковать вместе с вот этими тремя блоками работы в небе, request, instruction, confirmation, на английском языке, используя какие-то шаблоны, вы всегда будете оставаться в контуре грамотного радиообмена, грамотной радиосвязи, вы будете четко слышать информацию, вы будете ее структурировать, и постепенно для вас все станет на самом деле просто. Ничего сложного там нет, это исключительно практика. Ну что, мы с вами, скажем так, окунулись вот в такие основы. Пока что большего говорить и не хочется именно про основы, потому что голова, я уверен, что у всех уже пухнет, я тут говорю без остановки, и все думают вообще, что тут происходит. Поэтому давайте-ка мы с вами слетаем. Я тут думал, куда же нам с вами слетать, контролируем аэродром, какое у нас сейчас хорошее место, в карантине все закрыто, а мы откроем Ибицу. Не знаю почему, я вчера думал, куда, ну, полетим на Ибицу. Значит, мы с вами находимся на Ибице, прекрасный остров. У нас с вами сегодня Cessna 72, бортовой номер Xierra Alpha Novembre Sierra, и мы с вами хотим с этой Ибицы полететь. Какой у нас будет радиообмен, как мы будем его вести? Итак, первое, что нам нужно сделать при любом полете, это получить так называемый departure information, то есть, грубо говоря, информацию на выход, на вылет. Туда входит погода и какие-либо условия работы аэродрома, в том числе далее будет еще и диспетчерское разрешение. Значит, первое, предположим, что у нас нету частоты ATIS, автоматической информации о погоде. Как нам ее узнать? Да просто выходим, вызываем диспетчера, что он там штаны сидит, протирает, да, у себя на вышке. Так, мужик, нам нужна погода. Давай-ка нам все условия по аэродрому. Все очень просто. Итак, наш позывный желтый, это то, что мы говорим, то, что будет, не знаю, как у вас выдает картинка экран, у меня это светло-голубой цвет. Это то, что нам диспетчер отвечает. Итак, мы вызываем, вспоминаем наши 5 W's. Кому, кто, где, что нам надо и информация. Значит, кому? Ибица ground. Ground — это позывной, руление. Где Ибица? Кто мы? Позывной наш. Эко Сьерра, Альфа Новембо Сьерра.
по алфавиту произносим. Где мы находимся? Мы с вами находимся на перроне General Aviation. Это ООНовский перрон. Я покажу. Ну, сейчас схемы нет, но вы его там легко найдете. Отдельный перрон для General Aviation. Где мы? General Aviation Apron, Stand, Niner, 3 November. Где мы находимся, стоянка? Естественно, не забываем про культуру. Здравствуйте, good day. И первое, мы проверяем связь. Нас вообще слышат там кто-нибудь? Или мы с вами радио не включили? Громкость, как часто у нас пилоты очень любят громкость-то выключить, на минимум накрутить, и сидят, думают, что ж нас никто-то не слышит. Диспетчер орет, а он просто звук в наушниках не включил. How do you read? Это фраза, которая используется для проверки радиосвязи. Там ответ, на самом деле, строится словом readability, либо read you, слышу вас, по пятибалльной шкале. Единичка — это я вас вообще не слышу, либо слышу очень плохо, что невозможно ничего разобрать. 5 — слышу отлично, не испытываю никаких проблем с тем, чтобы вас воспринимать. Поэтому мы слышим ответ от руления. Echo Sierra, Alpha November Sierra, кому ответ идет? Ibiza Ground, кто отвечает? Read you 5. Слышу вас на пятерку. Супер! Мы друг друга слышим, вытерли со лба, все нормально, все работает, готовы лететь. Итак, запрашиваем Request Departure Information, то есть запрашиваем, собственно, ту информацию на выход, на вылет, которая нам нужна. Опять, кто мы? Здесь уже заметьте, нам не нужно повторять позывной пункт УВД, вышки. Если мы с ним общаемся уже, мы с ним установили связь, в первый раз вызвали его, Ibiza Ground. Дальше все фразы начинаем с нашего уже позывного, до момента перехода к следующему диспетчеру. Echo Sierra Alpha November Sierra, request departure information. Прошу информацию на выход. Идет ответ. Echo November Sierra, runway 06, wind 350 degrees 4 knots, temperature 16, dew point 10, clouds few 1500, scattered 3000 QNH 1007. Что он нам сказал? Он нам сказал полосу, ветер, температуру, точку росы, облачность и давление. Смотрите, хочу отметить, он сократил наш позывной. Он убрал аж целых, сколько, две буквы, да? У нас осталось Echo November Sierra. Это разрешается, но напоминаю, мы не имеем права делать это сами. Если диспетчер это сделал, мы продолжаем с ним работать в сокращенном виде позывного. Как их сокращать? Ребята, читаем воздушное законодательство, ЭРЛО, там все это написано. Runway 06, ВПП 06 в работе, wind, ветер, 350 градусов, 4 узла, температура 16, точка росы 10. Clouds, few, облачность, few, 1500 футов, scattered 3000, соответственно, если это не Китай, нужно понимать, там все в футах, в Китае у нас еще метры используются. Давление QNH 1007. Супер! Все, погоду взяли, бумажку записали. Ребят, не забывайте, у вас должен быть обязательно блокнотик, планшетик. Пишем. Смотрите, мы ему должны подтвердить получение информации. В данном случае подтверждаем мы не всю фразу. Наша задача – делать радиообмен лаконичным. Мы не можем сбивать эфир. Частота одна, нас там много. Если мы все начнем говорить все, что мы хотим, мы просто с вами порушим этот эфир. Это проблема, это у нас периодически я слышу здесь. Ну, не только здесь, но в России у нас это любят поговорить, побеседовать. Так вот, мы отвечаем только полосу в работе и давление от QNH. Runway 06, QNH 1007, закрываю эту фразу нашим позывным как точкой. Echo November Sierra. После чего в какой-то момент мы готовы записать диспетчерское разрешение. Структура не меняется, да, опять, кто мы? Echo November Sierra, что мы хотим? Ready to copy departure clearance. Готовы записать диспетчерское разрешение. Если у нас есть с вами ATIS, автоматическая информация о погоде в аэропорту, мы, соответственно, этот ATIS прослушиваем. Напоминаю, там всегда есть буква. Все, что нам нужно сообщить диспетчеру при первом выходе на связь, после того, как мы эту связь, собственно, проверили, вместо request departure information мы просто говорим Ibiza Ground, Echo Sierra, Alpha November Sierra, где мы? General Aviation Apron, Stand 903 November. Информация о погоде на борту. Information November в данном моем примере. И, собственно, ready to copy departure clearance. Готово записать диспетчерское разрешение на вылет. После чего у нас появляется страшная вещь clearance, которая пугает всех пилотов всегда. Потому что она большая, диспетчер без умолку ее говорит, мы все это слышим как какое-то месиво английских звуков, ничего не понимаем, все плохо, страшно, ужасно. Ребят,
Все не так сложно. Структура, 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 структура. Если вы запомните структуру, она всегда одинакова, вы постепенно начнете воспринимать и привыкать к тому, к этим клиренсам, и для вас какой-либо, каким бы большим он ни был, он не будет иметь никаких проблем. В данном случае я привел два примера клиренса по выходу по правилам ППП IFR и по правилам VFR, которые звучат, соответственно, следующим образом в английском языке. К примеру, выход по IFR. Эко Sierra Alpha November Sierra, your clear to destination, Lima Echo Romeo Echo, via host of 3 Fox departure, flight plan route, climb flight level 100, one airborne contact Palma approach, 134.825, squawk 6744. Жуть вообще, да? Кошмар какой-то. Ничего не понятно. Вот. Что они нам сказали? Нам разрешено... Перевожу фразу один в один. Эко Sierra Alpha November Sierra разрешено до аэродрома назначения... Четырехбуквенный код Lima Echo Romeo Echo, прекрасный аэродром в Испании, Рикена, всем советую туда слетать, супер. По какому маршруту выхода? Via, Hosta 3 Foxtrot Departure, это стандартный маршрут выхода по правилам ППП. Flight Plan Route, далее по тому, по плану, как вы подали план. Набирайте эшелон 100, 10 тысяч футов. По When Airborne, после взлета, работайте с Palma Approach, Palma подход на частоте 134.825, ответчик Squawk 6744. Супер, уже стало более-менее понятно. Ребят, наша с вами задача запомнить структуру, и когда мы ее слушаем, прямо по структуре, по линиям, выписывать, что нам говорят. Для этого спасибо американцам. Американцы вообще супер. Они напридумывали огромное количество разных акронимов, как нам что-то это запоминать. И один из самых популярных – это CRAFT. Это как раз акроним, который позволяет запоминать Departure Clearance. Правильно их слышать, не запоминать, а слышать, что нам сказали, чтобы потом его повторить. CRAFT – первые буквы слов. Clearance, Route, Altitude, Frequency, Transponder. Clearance – что нам разрешили? Route – по какому маршруту? Altitude – на какую высоту? Frequency – на как, с какой частотой работать? T – Transponder – соответственно, наш ответчик. Давайте попробуем подставить наш клиренс вот по IFR под эту структуру. Итак, мы слышим Echo Sierra Alpha Number Sierra clear to destination Lima Echo Romeo Echo. А, destination Lima Echo Romeo Echo записали. Via Hosta 3 Foxtrot Departure. А, Hosta 3 Foxtrot. Только записали именно сам выход, то есть переменные. Первоначальная высота в Climb Flight Level 100. After Departure Contact Palma 134.825. And squawk 6744. Ваша задача нас записать только то, что выделено сейчас малиновым. Всю остальную структуру вы запомнили, она неизменна. Вы записали только переменные, и вы их же в обратную сторону и ответили. We are clear to destination there. Via host at 3 Foxtrot departure. Climbing flight level 100. After departure 134.825. Squawk 6744. Закрываем нашим позывным. Echo November Sierra. Easy. Вообще просто. Практика. С визуальным клиренсом все то же самое. Нам разрешили выйти из контролируемого пространства по маршруту выхода визуальному. November 1, November. Покажу на следующем слайде схемы. Визуально VFR, ВПП 06, Runway 06, Left Turn. После взлета левый разворот на точку November 1. After take of Runway 06, Left Turn, Direct November 1. Initial Climb Altitude 2500. Первоначально набирайте 2500. По frequency никаких указаний у нас нет. И ответчик 6744. Структура неизменна. Все то же самое. Смотрите, вот те самые схемы, про которые я говорил по Ибице. Если мы говорим про IFR, вот этот выход инструментальный хоста 3 Foxtrot. То есть взлетаем левыми разворотами. Сейчас мы об этом говорить не будем, просто чтобы вы понимали, что я имел в виду. Да, и справа у нас карта визуального захода, визуальных полетов в районе аэродрома. Вот те самые точки November 1, November, про которые я говорил. Взлетели налево на November 1, далее на November. Естественно, схему вы должны знать. Предполетную подготовку к полетам никто, ребят, не отменял. И если вы вдруг поняли, что вы ни черта не понимаете, что вам говорят, может, вам сегодня тогда лучше не летать, а посидеть еще почитать карты. Готовимся, готовимся, готовимся. Итак, мы с вами готовы полететь. Мы стоим с вами на Ибице, на Dream Elevation паркинг, и мы хотим с вами вырулить. Итак, мы готовы к рулению. Структура не меняется. Кто мы, где мы, кому мы хотим, кого мы вызываем, какая информация.
мы уже общаемся с граундом, поэтому мы не повторяем его позывной. Мы говорим «Echo November Sierra», кто мы, где мы, stand 9-3 November, ready for taxi, готовы к рулению. У нас это называется готовы предварительный. Я, к сожалению, небольшой профан в России, в русском радиообмене, скажу честно. Вот, здесь меня можете учить. Но с английским все для меня гораздо проще. Ready for taxi, готовы предварительный, готовы к рулению. Получаем ответ «Echo November Taxi», Echo November Sierra, taxi to holding point runway 06, via Alpha Charlie Hotel 2. Позывной, разрешаю предварительный, taxi to holding point runway 06. Разрешаю руление на предварительный, holding point предварительный, ВП 06 по рулежным дорожкам, Alpha Charlie Hotel 2. Просто, да? То есть очень похоже на нас. Мы отвечаем, ребят, точно так же, как мы слышим. Вообще, в принципе, зачастую при работе с диспетчером мы всегда должны отвечать тем же порядком слов, которые получили от него. Taxi to holding point runway 06, via Alpha Charlie Hotel 2, Echo November Sierra. Это просто рулежные дорожки аэродрома. Если вы откроете схему аэродрома Ибицы, вы легко их найдете, как и любого вашего аэродрома. Подруливая к ВПП, мы получаем указание выйти на связь с вышкой. Нам говорит руление Echo November Sierra, contact tower 118.5. Мы отвечаем 118.5, частота вышки, Echo November Sierra, и говорим, ребят, хорошего дня, goodbye. Переходя на нового диспетчера, мы помним, что нам необходимо снова использовать наш полный позывной, это первое, и второе, наша полностью структура из 5W, к кому мы обращаемся. Ibiza Tower, Echo Sierra, Alpha November Sierra, где мы? Hotel One, good day, здравствуйте. Она нас видит и, соответственно, дает нам указание следующее. Echo Sierra, Alpha November Sierra, к кому он обращается? Ibiza Tower, кто это? Hello, line up, runway 06. Здравствуйте, занимайте исполнительный ВПП 06. Исполнительный line up. Заняли исполнительный, это еще не take-off. Еще нам take-off никто не разрешал. Соответственно, мы отвечаем пока только lining up runway 06, занимаю исполнительным ВП 06, закрываем нашим позывным Echo Sierra Alpha November Sierra, пока не в сокращенном виде, в полном, никто нам его пока не сокращал. И тут звучит указание от вышки Echo November Sierra, wind 350 degrees 4 knots, runway 06, clear for takeoff, left turn. И это уже разрешение на взлет. Ветер, они всегда дают ветер. Волоса 06, взлет разрешаю. Зачастую при полетах на VFR указываются, вам напоминается, в какую сторону вы должны отвернуть, либо какое у вас вот первоначальное указание по полету визуально в районе аэродрома. В данном случае это left turn. Мы помним, что мы должны левым кругом идти на точку November 1. Мы отвечаем, всегда ставим в начало нашу полосу при подтверждении клиренса на take-off. Runway 06, полоса 06, взлет разрешили. Cleared for take-off, left turn. Что мы делаем? И так как диспетчер уже сократил наш позывной и назвал нас Echo November Sierra, мы можем также ответить Echo November Sierra. Все, педали отпустили, ручку вперед до упора и погнали. Да? Скорость растет, полетели. Итак, предположим, что мы отменили нашу идею улететь с аэродрома, слетаем-ка мы с вами кружок, а то чувствую, что уже все очень устали, и летать тут с вами по маршруту сил ни у кого уже не останется, а нам с вами еще садиться. Поэтому мы летим с вами по кругу. Полет по кругу. Здесь нужно сказать отличие аэродромного круга в России от Запада. У нас докладываются развороты, первый, второй, третий, четвертый. Там же на Западе есть участки этого круга, вот здесь они нанесены, это upwind, взлет до первого разворота, после первого к второму, это называется участок crosswind, все очень просто, да, в ветер, боковой ветер, downwind, от второго к третьему, попутный ветер, а от третьего к четвертому это base, и от четвертого это у нас final. И вот эти участки мы с вами и докладываем. И здесь очень просто. При полете по VFR на Западе мы вообще ничего не должны докладывать в плане там взлет произвел или что-то такое до того, как мы попадем на участок от второго к третьему разворота, а именно на downwind. Поэтому, когда мы с вами летим, мы выполняем левый разворот, набираем высоту круга, зачастую это 1000 футов AGL, но всегда читайте AIP, правила полетов на аэродроме, какие там установлены, чтобы не попасть в какие-то неприятные ситуации, то есть local rules, да, локальные правила полетов. И докладываем, что мы находимся на downwind. Ibiza Tower, к кому мы обращаемся? Опять, да, кому, кто,
где, что мы хотим, информация. Ibiza Tower, Echo Sierra Alpha Nova Sierra, где мы находимся? Downwind Runway 06, Landing, что мы хотим сделать? Наши intentions, они должны знать, что мы хотим. Touch and go мы хотим сделать, да, вот это, как он там, конвейер. Хотим пройти над полосой, low pass, мы должны проинформировать о наших намерениях, intentions. Ibiza Tower, Echo Sierra Alpha Nova Sierra, Downwind, Runway 06, Landing. Ну и Ibiza Tower сидит там, смотрит нас в свой красивый бинокль и докладывает. Echo Nova Sierra, your number two following Diamond D42, 3 miles, final, Runway 06. Чувствуете, да, когда начинаешь увеличивать скорость разговора, восприятие информации ухудшается. Поэтому, ребят, говорим спокойно, размеренно, четко произнося те слова, которые мы хотим донести в эфир. Итак, Echo Nova Sierra, you are number two, following Diamond DA-42, 3 miles final, runway 06. Вы номер второй на посадку, следуйте за воздушным судном Diamond 42, это тип воздушного судна, который находится на удалении трех морских, не сухопутных, морских миль, ВПП 06. Наша задача, ребят, этот самолет найти и как-то сказать о том, что мы его ищем. Используется стандартная фраза, как и всегда, стандартная фраза во всем. Looking for the traffic. Я ищу этот трафик, я пытаюсь его найти. Закрываем позывным Echo Nova Sierra. Подтверждаем, что мы номер второй. Number two, looking for traffic, Echo Nova Sierra. Как только мы его увидели, traffic inside. Стандартная фраза. Traffic inside. Мы его видим. Следуем дальше на downwind. Тут нам идет доклад Echo Nova Sierra от вышки. Report base. Имеется в виду, когда мы повернем. Это не повороты на base. Это именно сам base. Мы повернули и следуем уже от третьего к четвертому. Мы докладываем Wilco. Та самая стандартная фраза. Я вас понял и буду это исполнять. Will comply. Есть, ребята, определенные правила, когда эти слова можно использовать, когда нельзя. К примеру, это ненавистное мной слово Roger, которое все пытаются запихнуть в ответе на любой клиренс. Там вам выдали клиренс, вы стоите в Пулково, you are cleared to destination, ла-ла-ла-ла, и в ответ идет Roger. Вот, ребят, есть правила и культура радиообмена. Есть слова, есть, когда можем мы что-то использовать, а когда мы не можем. Сейчас нет времени про это говорить, делаем так, ремарочку. На что нужно обращать внимание? Правила про использование стандартных фраз. Вот. В данном случае Wilco нормально. Это не clearance, report base. Ну, report. Сделаем report. Никаких проблем. Соответственно, попадаем на base, докладываем Echo Nova Sierra. Кто мы, где мы? Base, runway 06. То есть мы находимся на участке от 3 к 4. И, соответственно, получаем разрешение на посадку. Echo Nova Sierra, ветер. Wind 340 degrees, 5 knots, runway 06, clear to land, полоса 06. Посадку разрешаю. Как вы видите, никаких указаний по высоте здесь нет, потому что это визуальный полет, есть правила визуальных полетов, есть установленная высота круга, и, конечно, если ему надо будет как-то вас разводить по высотам, он вам даст указания по высоте, но зачастую никаких указаний по высоте при полете по аэродромному кругу их нет. Особенно вы должны, конечно, учитывать, какой класс воздушного пространства. Ребят, радиообмен у нас очень сильно связан с воздушным законодательством, с Air Law. Правила полетов в классах Альфа, Браво, Чарли, Дельта, Эко, Фокстрот и Гольф. В том виде, в котором они на самом деле подразумеваются, а не в каком-то полуизвращенном, как в некоторых странах бывает. Не только в России. Вот. В любом случае, нам с вами выдали разрешение на посадку. Мы его подтверждаем, всегда начиная, все, что касается взлет-посадка, фраза всегда начинается с ВПП. Не с фразы Clear to land runway 06, а какая вообще полоса-то? Runway 06, Clear to land. И закрываем нашим позывным. Echo November Sierra. Ребят, структура неизменна. Структура неизменна. Соответственно, мы с вами прилетели. Дальше что у нас будет указание? После того, как мы сядем, если не было отдельных коллаутов, нам не говорили, на какую РД сворачивать, мы сворачиваем на любую свободную, и нас переводят обратно на руление, если оно есть. Соответственно, Echo Nova Sierra после посадки, контакт ground, частота граунда руления 1-to-1, decimal 9-to-5, bye. Мы перешли на ground, попрощались, и, соответственно, работая с граундом, получаем точно такое же указание по рулению, как я это приводил на вылет, и следуем к месту нашей стоянки, после чего со всеми прощаемся, глушим самолет
И с довольным настроением идем за бутылкой вина, благо в Испании оно прекрасное, и наслаждаемся тем, что мы с вами сделали наш первый полет на английском языке в аэродромном кругу. Всегда мы начинаем с малого. Научимся этому, можем летать по маршруту, научимся летать визуально, научимся вести радиообмен визуально. Ребят, с радиообменом по правилам полетов ППП никаких проблем у вас уже не будет. Все то же самое. Итак, мы, соответственно, сказали ground, 1-to-1, 9-to-5, экономасьера, goodbye. Это что касается контролируемого аэродрома. Ребят, ну, благо в Европе огромное количество аэродромов являются неконтролируемыми. Тут надо понимать, не то, что они никем не контролируются, там диспетчера нет. Имеется в виду, что они, как некоторые любят говорить, pilot control, они контролируются сами пилотами, а не то, что там вообще там хаос творится и анархия на аэродроме. Нет. Там нету диспетчера. Как там идет радиообмен? На самом деле он очень сильно похож. Возьмем ту самую Рикену, в которую я хотел с вами слетать, Лима Эко Ромео Эко, прекрасный аэродром, всем, в который я советовал съездить в Испании. Огромное количество народу там тусуется, в том числе из России. Ребят, обязательно берите самолет и летите в Рикену. Ребят, там очень здорово. Вот он, этот аэродромчик. Там нету диспетчера. Значит, там, где нет диспетчера, ваша задача, на самом деле, вести тот же самый радиообмен, за исключением того, чтобы вначале должны всегда в эфир говорить, где вы летите. Тот в начале эфира всегда вместо позывного как бы диспетчера вы ставите название аэродрома, на котором вы летаете, либо к которому вы подходите. И со словом «трафик». В данном случае вы хотите полетать по кругам в Рикене. Вы говорите «Рикена трафик», это конкретно к аэродрому Рикена. Кто вы? Эко Сьерра, Альфа Ромео Сьерра. Вы хотите взлететь. Значит, так как аэродром неконтролируемый, в принципе, про руление, про запуск вам тут говорить никому ничего не надо. Вам главное доложить, что вы взлетаете. Слово «take-off» может быть использовано исключительно диспетчерами. Мы сами никогда не говорим слово «take-off» на неконтролируемых аэродромах или что мы диспетчеру докладываем там «ready for take-off», что мы готовы к взлету. Мы вот слово «take-off» убираем вообще из нашего радиообмена, пока мы только оставляем его только для того, чтобы ответить, подтвердить клиренс. Мы используем слова, если контролируемый аэродром, ready не take-off, а ready for departure. На неконтролируемом аэродроме используется зачастую слово rolling, качусь, разбегаюсь по полосе. Мы говорим Эко, Сьерра, Альфа, Ромео, Сьерра, rolling, runway 3-0. Разбегаюсь, взлетаю с ВПП 3-0. Взлетели. Здесь надо чуть-чуть добавить, конечно, уже беседы. Если на контролируемом аэродроме мы до даунвинда ничего не докладывали, то здесь, так как никого нет, и мы просто выкидываем, где мы и что мы делаем, фраз будет чуть больше. Мы докладываем, что мы произвели взлет. Рикена трафик опять в начале. Кто мы? Эко Сьерра, Альфа Ромео Сьерра. Взлет произвел. Это английское слово airborne. Airborne. И какая полоса? Нужно как бы подсказать. From runway 3-0. И что мы будем делать? Мы уходим с аэродрома, либо что-то хотим другое делать. Все-таки люди должны понимать, где они, где нас искать. Мы говорим слово circuits. Мы будем оставаться в аэродромном кругу. Это circuit, круг. Либо traffic pattern, но чаще используют слово circuits. Летим дальше. Долетели до даунвинда. И тут говорим, что мы на даунвинде. Рикена трафик, Эко Сьерра, Альфа Ромео Сьерра, right downwind, runway 3-0, landing. Смотрите, здесь добавил слово right специально. Почему? К слову downwind. Если у нас круг правый, он не является стандартным. Стандартный круг всегда левый. Мы сидим слева, нам удобнее поворачивать всегда влево. Мы видим аэродром. Поэтому, когда у нас идет правый круг, мы всегда добавляем right, опять же, чтобы все остальные знали, где относительно полосы нас искать. Если это левый, для лаконичности радиообмена, мы с вами не используем вот это лево. Мы делаем радиообмен более сжатым. Просто downwind обозначает, что он левый. Мы слева от ВПП. Мы левый круг крутим. Поэтому right downwind runway 3-0. Что мы будем делать? Лендинг. Дальше идем, долетаем до бейза. Помните, да, участок от третьего к четвертому. Рикена трафик, Эко Сьерра, Альфа Ромео Сьерра, right base, runway 3-0. Здесь уже intentions нам не надо. Мы уже сказали это чуть раньше на даунвинде. Поворачиваем на посадочную прямую, договорим Рикена трафик, Эко Сьерра, Альфа Ромео Сьерра, final. На посадочной прямой, runway 3-0, посадка, landing. После этого все, что останется доложить, это то, что мы живы-здоровы, естественно, полосу освободили. Здесь все просто. Фраза используется, что в контролируемых аэродромах, на неконтролируемых аэродромах, это runway vacated, полосу освободил. Все.
Вот это радиообмен полета по аэродромному кругу. Делайте touch and go, у вас будет вместо слов landing, вот там, где у нас добавлены, да, мы говорим touch and go. Это полет touch and go, это у нас конвейер. Touch and go, как можно над некоторыми студентами, которые у нас любят выравнивать в паре метрах над землей, это слово тоже применять. Touch and go, туда, в небеса. Вот, соответственно, все, это у нас радиообмен на неконтролируемом аэродроме. Итак, наверное, вы сейчас сидите и думаете, блин, Павлик, как же нам все это выучить-то? Вроде ты говоришь, что тут все просто, а голова болит, и все равно как-то все сложно. Практика. На самом деле практика, структура неизменна. И если вы постепенно начнете вот эти самые кубики, про которые я говорил, наполнять словами, вы почувствуете эту самую структуру, ведение радиосвязи. Значит, как... Сейчас мы пропустим один слайд, который, если мы успеем, я вам покажу. Еще один ролик, который хотел показать. Но он очень интересный. И перейдем вот к этим слайдам, но мы вернемся к видео. Значит, практика. Соответственно, вот эти самые W's, да, используем. Структуру 5. 5 W, запишите их как хотите. Как мы ведем радиосвязь? К кому мы обращаемся? Кто мы? Где я? На какой высоте? Что мне надо? И, соответственно, какая информация дополнительная у меня есть? Практикуйтесь в этом. Сидя на диване, представляете, что у вас вот здесь вместо вашего ковра, это вашего ПП, и вы хотите тут по кругу, вокруг своего красивого обеденного стола полетать. Летайте. Как бы это смешно ни было, поверьте, именно так мы английский учили. Именно так, сидя ребятами за столом, сидели, учили этот английский язык, и в какое-то время мы поняли, что на самом деле не все так сложно, хотя до сих пор бывают ситуации абсолютно разные, в реальной жизни куда больше, куда они гораздо более комплексные, но начинать надо с основ, как с детьми. Практикуйтесь, да, то есть практикуйте все три части вот этой, три структуры радиообмена, да, request, confirmation, request, instruction and confirmation для всех фаз полета. Я на земле, я полетел, я на маршруте, я по кругам. Практикуйте. Что еще? Говорите всегда вслух. На самом деле мышечную память никто не отменял. Если вы начнете говорить, вот как я вот тут вам тараторю уже целый почти час, вы начнете себя слышать, вы начинаете постепенно снимать психологический барьер ведения связи на английском языке. Поверьте, он очень большой. И если вы можете сидеть дома и своей жене или девушке очень красиво распинаться то, как вы ведете радиосвязь, как только вас посадят за самолет, бывает, что голос становится очень тихеньким, и вы такой вроде как бы не очень уверенно что-то там слышите, и диспетчер не знает, что ему делать. Ну, это нормально, ребят, это абсолютно нормально, поэтому говорите, сидя дома, вслух, проговаривайте вслух все эти фразы. И делайте шпаргалки, как в школе. Ребят, пишите, что я сейчас буду вообще говорить. Вот я хочу полететь по кругам. Сделайте себе шпаргалки, положите их реально в самолет, заготовьте вот эти, как мы их называли, там, бомбы, да, по радиообмену. Структура неизменна. Вы можете прям поля пустые оставлять, куда вы будете вставлять там эти переменные, вот как тот же самый clearance, да, вот этот craft. Но вся остальная структура неизменна, у вас эта шпаргалка лежит под рукой. И вы используете ее постепенно после пользования этими шпаргалками, так вы все и запомните, оно так и работает. Ребят, не требуйте от себя слишком многого, начинайте с малого, это все нормально, все этому учатся, не надо от себя требовать, что вы тут сейчас прям гуру полетели и все, это нормально. Так, а теперь знаете такие основные фразы, на которые хочется, основные вещи, на которые хотелось бы сейчас обратить ваше внимание, и я думаю, что если у вас будет желание, мы после этого посмотрим ролики, не будем. После этого мы, собственно, сие действия и будем заканчивать. Я отвечу на ваши вопросы. Первое. Ребят, используйте всегда single transmission. То есть имеется в виду, подумайте, что вы хотите сказать, и говорите это одной фразой, одним выражением. Не должно быть такого, что вы echo, sierra, alpha, number, sierra, right, downwind. После этого вам идет ответ. Downwind там чего? Где вы вообще? Полоса. Ты такой, right, downwind, runway... 06. И начинается вот это вытягивание информации туда-сюда. Вы же летите. У диспетчера, помимо вас, головной боли хватает. У него там эти Боинги, Airbus летают, если это контролируемый аэродром или еще что-нибудь. И вы, в принципе, сами для себя усложняете задачу. Вы грузите свои мозги, а вам лететь надо.
Поэтому, ребят, подумали и старайтесь всю информацию, лаконично, используя максимально стандартную фразеологию, выдать одним предложением. Туда кинули мячик, диспетчер вам обратно кинул мячик. Вы подумали, кинули ему туда, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Общаться короткими фразами будем дома с семьями, с девушками, с детьми, с кем хотите. А здесь, ребят, лаконично. Итак, дальше. Внимательно слушайте свой позывной в эфире, особенно, естественно, на английском языке, когда к вам обращаются. Потому что поначалу для вас и так язык, он сложный, а если вы еще и отвечать не будете, когда вас зовут, диспетчер начнет нервничать, выкидывать в эфир одну и ту же фразу, пытаясь вас вызвать, вы там заняты чем-то другим, или вы просто не слышите. Соответственно, ситуация начнет превращаться в такую более стрессовую, нервозную для всех. Поэтому внимательно слушайте свой позывной в эфире, знайте, как он звучит, ожидайте уже фразы. Вот это ожидание, почему стандартная фразеология хороша. Мы по факту уже знаем кусок того, что мы услышим. Соответственно, мы уже знаем, что мы ответим. Конечно, с этим надо быть немножко аккуратным. Нужно слушать внимательно, что вам говорят. Иногда ситуация меняется. Но слушайте свой позывной, когда обращаются именно к вам. Всегда дождитесь своей очереди, чтобы ответить. Никогда не спешите. То есть вы перешли на новую станцию, не надо тут же стараться выйти на связь. Там бывает занят эфир, там бывает, возможно, аварийный борт есть какой-то. Вы тут влезли и начали, и пытаетесь диспетчера чего-то добиться. Не надо. Подождитесь хотя бы секунд 10, когда вы перешли на новую станцию. Когда вы сказали что-то и ждете ответа, тоже подождите чуть-чуть. Вы сказали тишина. Подождите секунд 10. И, возможно, диспетчер воспримет информацию, поставит свою прекрасную чашку кофе на стол, вынет бутерброд изо рта или чего-нибудь и ответит вам, наконец. Не нужно спешить. Говорим спокойно, дожидаемся своей очереди, не лезем в эфир. Если очень надо, можем делать так называемый cold calls, холодные как звонки, вызовы, когда вы просто вызываете диспетчера, не добавляя какой-либо информации, то есть, к примеру, там, на той же Ибице. Ибице Ground, Эко Сьерра, Новембо Сьерра, good morning. Все. Подождите. Если он вам ответит, значит, он свободен, вы можете начинать conversation, да, communication, общение. Но всегда дожидаемся, сохраняем спокойствие. Никогда не забывайте о том, что вы можете попросить диспетчера повторить фразу, сказать ему «Say again», вы не поняли чего-то, не нужно додумывать. Иногда бывает так, что кто-то там услышал половину и считает «Ладно, что я там в эфир полезу, а что обо мне подумают?» И начинает творить такие чудеса, что потом диву даешься, что там произошло. Хотя всего лишь нужно попросить повторить ту информацию, которую вам передали. Ask ATC to repeat or talk slower. Say again. Say again. Вы говорите диспетчеру, повтори. Если чувак, с другой стороны, профессиональный, когда он слышит say again, он начнет это еще делать сразу, автоматически, в более низком темпе, чтобы вы точно, чтобы он был уверен, что теперь вам проще воспринимать информацию. Если он все еще в спешке, это тоже люди, добавьте speak slower, please. Говорите медленней. Диспетчера не будут там злиться, ругаться. Если он адекватный человек, понятно, неадекватный есть везде, ну, это отдельный вопрос, он вам поможет. Не забывайте. И, в принципе, не стесняйтесь как иногда говорить, что вы unable что-то выполнить. Вы летите, вы там забыли, не знаю, у вас какая-то ситуация на борту, вы или даже не ситуация, вы прикинули какой-то план ваших действий, на посадку, на заход, к примеру, если это посадка, ну, в принципе, любой сценарий. И тут инструкции диспетчера идут вразрез с тем, что вы вообще навыдумывали. Причем не то, что вразрез так, что вы можете просто план поменять, все нормально, а так, что вы сейчас не можете этого сделать, либо если вы начнете это сделать, ваш полет приобретет, знаете, такой формат стрессовой ситуации. Типа там вы на высоте 10 тысяч, вы планировали, что вы длинным кругом будете заходить на посадку по схеме по какой-нибудь. И тут вам говорят, слушайте, а директ прямо следуйте на аэродром, посадку разрешаю. И вы такой, ну я как бы тут на 10 тысячах футов, я, конечно, могу тут сейчас камнем вниз полететь и попробовать это выполнить, но зачем? Ребят, диспетчера, запоминаем вот очень важную вещь. На Западе это работает лучше, мне кажется, чем у нас, хотя и у нас я это встречаю в контролируемых аэродромах. Диспетчера работают для нас, для нас. Они нам помогать сюда пришли. Мы не они не дают нам, они не дирижеры там такие, что мы без, как сказать, слово забыл,
беспрекословно должны выполнять их команды. Вот что он сказал, я так и буду делать, потому что, не дай бог, что-то... Нет, если мы не можем, мы являемся краеугольным камнем сейчас безопасности полетов, мы пилотируем этот самолет. Поэтому, если мы unable что-то, мы не можем что-то выполнить, не стесняйтесь сказать, что вы не можете выполнить какую-то процедуру. Don't hesitate to say unable. Итак, запоминаем, да, вот эти вещи. Say again, speak slower, unable. То, что вам поможет разгрузить ситуацию, которая может начать развиваться в какую-то такую, повышая уровень вашего стресса и тому подобное. Итак, последнее, как бы еще раз, практика приведет вас к тому, что вы постепенно начнете понимать, что вокруг вас происходит. Естественно, те, кто вообще английский не знает, ребят, ну, здесь никуда не уйти от English London is the capital of Great Britain, вам все равно нужно подучить основы, в принципе, английского языка. Причем, я вам честно скажу, ребят, если вы учите английский на тройку по школьному уровню, этого хватит для того, чтобы вы начали уже учить авиационный английский. Авиационный английский гораздо проще general English, гораздо проще. Слов меньше, структура одинаковая, все говорят одно и то же, на разных акцентах, но все равно одно и то же. Терминология везде, от ваших РПП, от ваших Pilot Operation Manual, да, руководство полетной эксплуатации на самолетах до радиообмена, терминология одна и та же. Поэтому, выучив базовые структуры беседы на английском языке, как я обычно говорю, если вы научитесь говорить в кафе, как я хочу у вас кофе здесь купить, да, заказать там в Макдональдсе кофе с бургером, вы уже можете разобраться с авиационным английским языком. Конечно, он будет еще на низком уровне, но, ребят, все постепенно, но вы уже можете. Я когда начал учиться, у меня была тройка. Я вам честно говорю, тройка — это мой собственный опыт. Я в английский в школе сдал на 3. И поехал учиться за границу. И вот пока я там учился, читал книжки, я этот язык, собственно, и выучил. И вот это самое хорошее, по-моему, средство – это погрузить себя в этот язык. Теперь, что я вам советую в качестве ресурсов для изучения communication? Первое, естественно, те самые известные книжки, про которые все знают. Это Oxford for Aviation и... English for Aviators или Aviation English и Macmillan. Все ее знают, все по ней учатся в России. То есть такой прям учебник. Но помимо этого есть разные ресурсы, которые, мне кажется, очень полезны. Значит, когда вы это выучили, берем и открываем так называемую, есть книжка, называется Guide to Phraseology for General Aviation. То есть это руководство по ведению радиосвязи на английском языке исключительно для АОН, для авиации общего назначения, изданная Евроконтролем, которая находится в свободном доступе. Если вы сейчас вот прям на втором девайсе забьете в Google Guide to Phraseology, вы найдете эту книжку, в которой описаны все фазы полета, все, что мы говорим в разных ситуациях, от нормального полета до каких-то ситуаций аварийных. Помимо этого, Евроконтроль также выпустил, есть у них сервис такой, называется Say Again. В Say Again вы можете найти, какие фразы говорятся в определенных случаях, почти во всех случаях. То есть там есть категории, контекст и конкретные фразы. Очень удобный сервис, вы выбираете категорию, например, первое, видите, аэродром and infinity, вы выбираете конкретный контекст, что вы хотите в этой категории сказать, и вы увидите стандартные фразы, которые там используются. Очень удобно. Помимо этого, lifeatc.net. Кто не знает, самый хороший ресурс, который позволяет в данный момент прослушивать реальный радиообмен на английском языке, который происходит на реальных аэродромах. То есть мы его просто слушаем и пытаемся понимать. Там мы и клиренсы услышим, и руководство по полетам, и так далее. Сидим, слушаем. И есть отличный ресурс, ну, естественно, YouTube, ресурс, который на YouTube есть. Есть канал, называется Was Aviation. Это канал, на котором выкладываются, знаете, записи радиообмена с таким видео, как будто с диспетчерской вышки, когда происходит что-то интересное в небе. Аварийные ситуации, какие-то комичные случаи. Вот наиболее интересные моменты из жизни нашего с вами единого неба, ну, здесь в данном случае на Западе, на этом канале собраны, с субтитрами. И очень интересно развить свой язык в плане нестандартных ситуаций, потому что
стандартный радиообмен вы быстро запомните, а вот когда у вас ситуация идет немного не по запланированному плану, здесь немножечко нужно отходить и обладать уже знаниями, скажем так, ну не факультативными, но большими. Поэтому вот этот ресурс, на мой взгляд, является самым прям прекрасным для того, чтобы получить знания о нестандартном радиообмене и вообще о разных интересных ситуациях. Так, ну что, друзья, коллеги, вам большое спасибо. На этом лекцию я, собственно, закончил. Я даже уложился в час и две минуты. Смотрите, есть одно очень интересное видео. Про вертолет мы опустим. Ладно, не будем больше плакать про наших бедных российских летчиков, которые все у них хорошо закончилось, они молодцы. Есть видео про то, как носитель английского языка, бедный пилот, который летел одно из своих первых соло в Америке, такую кашу, ребят, заварил при полете этого соло, что сейчас это видео изучают, естественно, и на Западе в том числе, при изучении радиообмена. Они точно так же учат этот радиообмен, даже носители языка, они должны запоминать эту же структуру, понять вообще, зачем это надо, как это надо делать и почему это надо делать. Если вы хотите, я думаю, что это видео идет что-то там около 5-7 минут, мы можем его сейчас включить, оно также с субтитрами, и после этого я отвечу на вопросы. Включаем? Ира машет головой, значит, включаем. Да, давайте, давайте. Так, значит, возвращаемся. Confused Pilot. Сколько оно у нас тут идет? Тут времени... Да, 5 минут. Ребят, все, отдыхаем, смотрим. Значит, пилот летит соло. Соответственно, это происходило в Америке. Он летел из Веру-Бич. Ну, опять же, не так важно, куда. Но, подлетая к аэродрому, у него начались проблемы. 13 miles north of the airfield at 3,500 feet, with Mike requesting full stop landing. Sure, you're not 247 Victor Pace, continue amount for left base, runway 13. Left base for runway 23, sure, 247 Victor. Runway 13. 13, 47 Victor. 47 Victor, say your heading. I'm trying now to, I just passed the airport and I'm now trying to establish on left downwind for one right. No sir, you're supposed to be going to 13 on a left base. Left base for runway 13. Was it 47 Victor? Affirmative sir, you're supposed to be going to a left base to runway 13. I don't know why you're going eastbound there. Sir, I tried to establish on left downwind first for 13. Sir, I told you to go to the left base. Why would you go to the downwind? 47 Victor, make a right turn for the left base to runway 13. You're still going the wrong way. Yes, sir. I just wanted to make sure. I was heading for 13. Cherokee 47 Victor. 47 Victor, you should have never got that far east. You were basically on a left base when you crossed the river in downtown. I don't know why you turned eastbound. I wanted to establish on a 45 left downwind for a one-way 13, sir. Well, sir, I did tell you to enter a left base. I never said go to the downwind. I said left base. I am aware of that, sir. 47 Victor. Sir, you need to pay attention. We give you instructions for a reason. You're clear to land runway 13. Verify you have the airport in sight. Yes, sir. I have the airport 9 o'clock, and I'm clear to land runway 13, Cherokee 47 Victor. 47 Victor, turn right on taxiway Alpha. Right on Alpha, Cherokee 47 Victor. 47 Victor, ahead on Alpha, turn right on Alpha 3 and cross 5. Cherokee 47 Victor, I'll be requesting a taxi to the FBO. 47 Victor, Alpha, turn right on Alpha 3. Right on Alpha 3, Cherokee 47 Victor. Cherokee 47 Victor, do you want me to taxi on Alpha 3 via taxiway Bravo? Sir, you are completely lost, aren't you? I said Alpha to Alpha 3. That's Alpha 5 that you just turned on. Onto Alpha 47 Victor, that's not Alpha 3, that's Alpha 5. I told you Alpha to Alpha 3. Okay, Alpha to Alpha 3, I'll continue on Alpha. 47 Victor.
Send Victor to the right, turn there is Alpha 3, cross runway 5 to Charlie 2 into the ramp. Cross runway 5 and to Charlie 3 to the ramp. Sure. No, sir, I said Charlie 2. Thank you. Send Victor, I didn't tell you to turn on Charlie, did I? Sir, you said Charlie 3. I said Charlie 2, sir, twice. Turn it on to Charlie 2. Check you. For San Victor. Ground, check you for San Victor. Is it possible to taxi onto Charlie 3? Continue up Charlie, left turn Charlie 3, but from now on you need to pay attention to what you're told, sir, because you haven't caught one thing right since you got here. Okay, I'm sorry. I'll head now straight and then left on Charlie 3. Check you for San Victor. Итак, собственно, добавить тут нечего. Вот то, что происходит, чтобы вы знали, что это происходит не только у нас. В принципе, спасибо всем большое за эфир. Было очень приятно его провести. Спасибо вам, что помогли его сорганизовать. И если есть какие-то вопросы, я могу на них ответить либо сейчас, либо никогда не стесняйтесь писать мне позже. Мне вопросы передадут, я смогу на них также ответить и в другое время. Спасибо. Да, Паш, спасибо большое, отличная лекция. И у нас действительно есть вопросы в чате. Если тебе удобно, ты можешь сам посмотреть, отмотать сейчас чат чуть назад. Если нет, тогда я могу помочь и подсобрать вопросы, которые у нас есть. Также ты можешь прекратить демонстрировать экран. Таким образом, мы будем видеть всех присутствующих и уже так общаться. Да. Скажи, как тебе удобно? Мне удобно прокрутить чатик. Вот сейчас я экран остановил, все правильно? Все видят меня, да? Так, смотрим, что у нас там, что нас спрашивают. Материал презентации будет выложен. Могу в PDF-ке отправить, никаких проблем. Нет, я уже ответила. А, уже ответила, отлично. Так, negative context used. Так, это, видимо, что-то именно комментарий, не вопрос. У тебя есть разгадка какая-то, фраза и так далее, отличная лекция. А, раздатка. И понятно, мы по поводу раздатки только что сказали, будет вот эта лекция в PDF. Ну, смотрите, то, что я в этой лекции собрал, вы можете найти в тех материалах, которые вот у меня указаны как... Точнее, на тех ресурсах, про которые я вам говорил в конце лекции, там этого больше. Я вам просто скорее показал, чего ждать, а я бы рекомендовал вам вот тот же самый визуальный гайд по радиообмену для Европы, вот открыть его, и вы найдете там почти все ответы по радиообмену на английском языке в Европе, шпаргалки этого радиообмена. По-моему, там все отлично. Радиообмен штука такая, надо учиться самим, практиковаться. Так, вопрос от аэродромного диспа по поводу исполнительного по полосе на русском. Полоса 24, исполнительного по полосе разрешаю, готовность доложить. На английском я говорю runway 24, backtrack from taxiway alpha 6, report when ready. Звучит хорошо, но некоторые едут в начало. Едут, не иностранцы едут в начало. Но они едут в начало, правильно. Мне было бы удобнее ответить на этот вопрос, если бы мне показали схему аэродрома, потому что я не совсем понимаю. Но фраза, если взять ее английская, по-английски runway 24, backtrack from taxiway alpha 6, то есть backtrack, да, следуйте по полосе в обратную сторону. Откуда? От taxiway alpha 6, то есть от этой рулежки. Я вроде как бы с перрона, как я это понимаю, выехал через рулежку alpha 6, следую по полосе бэктреком в обратную сторону, там разворачиваюсь и готов к взлету. Я бы тоже поехал до начала. Вот. Я не совсем понимаю, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы доложить борту, чтобы он взлетал от рулежки альфа-6, а не рулил туда в начало, так вы просто ему можете сказать, во-первых, спросить, are you ready to departure from alpha-6? То есть вы готовы вообще взлетать от альфа-6? И дайте ему просто clearance, runway 24, line up, alpha 6, report ready for departure. Сообщите готовность к взлету. Нужна схема, чтобы я вас понял полностью, что вы имеете в виду. Так, я тут слышу что-то, но абсолютно не могу разобрать, что говорит.
Звук, да, Владимир Владимирович? Мы всем включили звук? Я попытался Елене включить звук, чтобы она получше пояснила, но как-то там не получилось. В общем, я думаю, что достаточно, на самом деле, ответили на этот вопрос. Фраза правильная и... Елена, просто понятно, в том формате, как вы говорите, она абсолютно нормальна, но любой иностранец выполнит ее так, как вы и сказали, бэктрек, значит, следую до начала ВПП и взлетаю. Вот, дайте мне схему, и мы с вами можем обсудить этот вопрос поподробнее. Подскажите, пожалуйста, какие-то ресурсы для изучения практики. Значит, lifeatc.net, я говорил про него, слушаем. Практиковаться, берете ваших друзей по аэродрому, друзей пилотов, кому тоже это интересно, и друг с дружкой начинаете играть. Кто ребят помоложе или такой, может быть, очень сильно заинтересован, правда, рекомендую обычный дома установить симулятор. Там можно подключиться онлайн в сеть. У нас есть мировая сеть компьютерная, в которой все летают точно так же, как мы летаем в реале, в реальном мире, и точно так же ведут радиообмен. Я радиообмен учил онлайн. Я летал дома, сидя, вот я, кстати, сейчас, сидя дома на карантине, вернул свой компьютер сюда, чтобы не забывать процедуры полета и радиообмен. Вот. Поэтому lifeatc.net, полеты на симуляторе дома, это Microsoft, X-Plane или что у нас там еще есть онлайн. Книжки любые, но для практики это вот именно говорильня. Еще советую всем известное расследование авиакатастроф, только смотреть это не на русском языке, а в оригинале. Потому что в оригинале как раз они говорят правильно, правильно строя фразы, используя правильную фразеологию. Это переводят уже как, ну, понятно, переводили, кто переводил. Вот, поэтому мы иногда слышим какую-то там чушь. А на английском языке, если вы будете смотреть, вы будете впитывать радиообмен. Очень хорошо. О, фразеологию. Так, бэктрек, да, это поэтому это начало. Ссылки на записи радиопереговоров. Ну, ссылки на записи... ссылок lifeatc.net послушайте, а на записи это YouTube Waz Aviation, тот канал, про который я говорил. Их вообще много. Я просто из всех считаю, что вот в этот Waz Aviation, он самый такой, знаете, интересный для просмотра. Там очень много разных ситуаций, от комичных до очень грустных. Вот. Все, что хотите. И авиационные происшествия там, и идиотизм, и просто какие-то приятные ситуации. Все там нас услышите. Так. Да, логично, как варианты. Спасибо всем большое. Спасибо, спасибо, спасибо. Вопрос практического плана. Для полетов из Российской Федерации за границу, когда разрешат. Так пока, кстати, никто не запрещал. Вы можете сейчас улететь. Вы сейчас, если у вас есть свой самолет, насколько я знаю, можете улететь. Но это отдельная тематика. Требуется наличие некого подтверждения уровня ИКАО-4. Насколько я знаю. Значит, смотрите, что касается ИКАО-4. ИКАО-4, именно сертификат о знании английского языка, нужен не для того, чтобы вы могли, грубо говоря, границу пересечь. Это надо властям той страны, которая выдает вам пилотские, для того, что как бы вы имеете право вести связь на английском языке. За это вообще-то отвечает проверяющий орган или руководящий орган той страны, где выдана ваша пилотская. То есть если у вас российская пилотская, то для того, чтобы официально вести радиосвязь на английском языке, вы должны иметь сертификат ИКАО-4, выданный в России. Если у вас зарубежная пилотская, там вам никак от этого не избавиться, там все ведут связь на английском языке. Для того, чтобы летать в контролируемом воздушном пространстве и использовать радиостанцию на борту вашего воздушного судна, вы обязаны иметь сертификат знания уровня, знания английского языка по уровню ИКАО, минимум на 4-й уровень. Без этого вы официально на Западе не имеете права вообще связь вести. Вот. Вот и все. В какой форме это подтверждено? Сертификат, выданный либо в России, если это российская пилотская, либо в зарубежном центре, сдав экзамен, и вы получаете сертификат, выданный уже зарубежным. За рубежом это уже можно делать онлайн. В мой крайний раз я сдал онлайн, сидя дома. На 6-й уровень, никуда ехать не надо. Вот. Вы получаете этот уровень, вам вписывают его в пилотское, и все.